На судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге состоялась закладка судна для мурманской компании «Рыбпроминвест», которая входит в рыбопромышленный холдинг «Нареба». Судно стало вторым, которое «Северная верфь» построит для Мурманска. Более 81 метра в длину и 16 в ширину. На Северной верфи в Санкт-Петербурге начали строить траулер, который пополнит рыбопромышленный флот Мурманской области. Заказчик – компания «Рыбпроминвест», входящая в холдинг «Нареба», присвоила судну имя «Капитан Геллер» в честь Станислава Иосифовича Геллера, капитана, который проработал в рыбопромышленной отрасли Заполярья около 30 лет. На церемонию закладки пригласили сына известного моряка. Это совершенно новое судно. Проект разрабатывался совместно российскими конструкторами, исландскими. Вот. Таких судов в мире еще нет. То есть это вот уникальное судно, которое строим мы по этому проекту. И вот сейчас первое судно мы заложили осенью прошлого года. И 21 марта этого года заложили уже второй корпус. На очереди в июле месяце будет закладка третьего корпуса. Уникальное судно сможет развивать скорость до 15 узлов. Однако главное для траулера – производительность. И с ней тоже все в порядке. На «Капитане Геллере» установят два трала, которые будут работать одновременно. В сутки судно сможет добывать до 150 тонн рыбы. И не только добывать, но и обрабатывать. На борту траулера разместится полноценная фабрика. По условиям инвестиционного проекта это будет практически с полной переработкой судна, с возможностью выпуска рыбной муки, консервов, вот, и ориентировано на выпуск филе. Траулер обойдется компании примерно в 65 миллионов евро. Всего «Нареба» планирует построить на Северной верфи 10 судов. 4 из них уйдут на Дальний Восток, 6 – в Мурманск. Так как на борту будет стоять самое современное оборудование, остро встает вопрос кадров, которые с ним смогут работать. Таких специалистов для себя компания планирует готовить в МГТУ. Мы уже вырабатываем программу с нашим техническим университетом. Мы хотим на финальном этапе, чтобы, значит, предоставить им всю информацию о судне и курсантов старших курсов ориентировать уже на выход, ну, скажем, на приход на эти новые суда, чтобы они понимали, куда пойдут работать в будущем. По плану завершить строительство «Капитана Геллера» Северная верфь должна в 2021 году. Траулер будет ловить треску и пикшу. А вот первое судно нового проекта «Капитан Соколов», заложенное еще в прошлом году, придет в Мурманск уже в конце следующего года.